Второй серии русского сериала «Гости из прошлого», который выйдет на экраны 26 октября, мы увидим следующее событие. Повзрослевший Павел ждал 38 лет, чтобы предотвратить повторный эксперимент, ведь это привело к гибели Матвея и прочим жизненным неудачам. Теперь прошлое исправлено, и воодушевленный Павел уходит наслаждаться новой жизнью. За Пашей увязывается, и он попадает в плен к бандитам, которым Павел задолжал денег. Поиски деталей для машины времени приводят Матвея в современный секс-шоп. Тем временем Сергей пытается вызволить Кристину из советской милиции. Спасибо вам, что посетили наш канал. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.